Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Никита, канал Парадайз. Что-то давно я не снимал для вас ничего, какая-то дебильная неделя, честно говоря, выдалась. Еду сейчас в Махмутар снимать для вас квартиру 2 плюс 1 с классной мебелью, с классным ремонтом. Но я видел только по фотографиям, сейчас все посмотрим вместе с вами. И с хорошей ценой. Цена, как обычно, будет в конце. Пока еду, друзья, хотел задать вам вопрос. Интересно было бы вам отдельное видео про две новостройки до 40 тысяч евро? В одной новостройке от 35 тысяч евро начинаются цены, причем она уже готовая. Во второй новостройке от 37 начинаются тысяч евро цены на квартиры 1 плюс 1. Она строится. В чем плюс стройки, да, что вы можете в рассрочку купить. Как правило, в Алании 30% платишь сразу, все остальное раскидывают до конца строительства. Напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно, неинтересно было бы такое отдельное видео. Если интересно, поеду, сниму для вас. Вот, а сегодня будет 2 плюс 1. Вот, поворачиваю Махмутлар сейчас. И, кстати, друзья, постоянно забываю об этом сказать. В общем, у меня есть телеграм-канал. Я постоянно туда скидываю предложения горячие по Алании. Обязательно подписывайтесь, кто реально интересуется недвижимостью Алании, кто хочет в ближайшем будущем купить квартиру. Постоянно туда выкидываю фотографии, предложения интересные. Там порядка уже 32 предложений и порядка 600, наверное, подписчиков. Так что, если еще не в теме, обязательно подписывайся. Ссылка будет под этим видео. Если не переходят по ссылке, пишите мне в телеграм по моему номеру. Я вам скину отдельно ссылку. Хорошо? У кого-то получается переходить, у кого-то не получается переходить. И второе. У меня же есть еще сайт. Я его сейчас... Он был раньше по Сочи. Вот. Сейчас я его переделываю на Аланию. Вот. Я уже... Ну, в принципе, неплохо уже его наполнил. Там есть и новостройки, там есть и вторички. Там есть и виллы. Потихонечку его наполняю. Ну, уже сегодня он может быть для вас полезен. Переходите. Все цены актуальны. Без всяких там заманух. Типа, ой, эта квартира продалась сейчас, или там сейчас уже другая цена. Ну, вы сами знаете, какие цены заманушные на сайтах выставляют люди. В общем, все по-честному. Сейчас ссылка появится у вас на экране. Заходите, если что-то интересно, оставляйте заявку. Я вам перезвоню в WhatsApp. Обязательно в WhatsApp должен быть у вас на телефоне, чтобы я вам перезвонил. Все, друзья, меньше болтовни, больше дела. Мы уже находимся в Махмутларе. Разворачиваю камеру. Смотрите, какая красота. Вот, смотрите, уже заносят столы потихонечку. Здесь уже, видите, заканчивают вот этот внутренний бассейн. Там внешний бассейн летний. Скоро будет вообще красота. Все, мы поднимаемся потихонечку в квартиру. Итак, друзья, сама квартира. Квартира классная, я уже в ней посмотрел ее, в общем, прошелся по ней. Я думаю... Прям кто-то в нее влюбится. Итак, первая комната. Первая комната у нас спальня. Смотрите, какая красота. С этого угла. У нас отдельно здесь свой санузел имеется. Смотрите. Оп. И отдельно свой гардероб. Смотрите. Классный гардероб. Большого размера. Да. И идем дальше. Так, здесь у нас еще один санузел. Чуть-чуть уже побольше. Здесь вот такая вот красота. Я сейчас не про себя. А здесь, ну, типа детская, я не знаю, либо для ваших гостей. Смотрите, даже есть подсветка в самой, прям в самом изголовье кровати. Интересно, такого я даже не видел. Вот такая вот красотища. Ну, явно видно, да, что принимал участие дизайнер. Я бы не смог бы вот так вот все сделать красиво. Ну и главная комната, кухня-гостиная. Ну, здесь вообще красота. Смотрите. Выход на балкон. Сейчас мы выйдем. Все покажу. Давайте с этого угла.
Такая вот красотища, люстра, прям вообще произведение искусства. Выход на балкон. И здесь у нас кухонная зона. А здесь стоит холодильник, сюда всю бытовую технику. Видите, все уже выведено. Осталось только купить и поставить. С этим делом, соответственно, мы вам поможем. Место под телевизор. Ну, прям гламурная такая лакшери квартира. Молодцы, молодцы. Очень-очень красиво. Выходим на балкон. Балкон, ну, как всегда, в Турции хорошего размера. Сюда ставим террасную мебель и отдыхаем. Там мы видим море. Конечно, вот этот дом перекрывает нам вид на море. Вот эта улица Барбаросса уже идет. Соответственно, до моря здесь, ну, буквально метров 300 от силы. Соседний комплекс. Но нет такого, честно сказать, что прям дом в дом. Расстояние большое от дома до дома. Поэтому нормально. Здесь вообще, в принципе, такое свободное пространство. Дом новый. Все новенькое. Вот такая, друзья, красота. Ну что, по квартире пробежались. По внутренней инфраструктуре я уже так мельком показал. Здесь, в принципе, в доме вообще все есть. Все, что нужно. Сауны, хамамы, внутренний бассейн зимний, да, внешний бассейн летний. В общем, все, что нужно для жизни, здесь есть. Ну и сама квартира более чем достойная. Площадь этой квартиры 120 квадратных метров. Цена 82 тысячи евро. Цена хорошая для квартиры с мебелью, с ремонтом. Здесь у нас по 100 уже в Махмутларе продают, квартира 2 плюс 1 такой же площади. Поэтому, друзья, сейчас номер появится у вас на экранах. Кому интересно, обращайтесь, можем задаток скинуть. Могу более подробно для вас снять, но если дистанционно хотите сделку сделать. Ну, в общем, забирайте эту красотулечку. Все, друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, не забывайте, ставьте лайки. И дай бог увидимся в Алании. Всем пока!